Всем привет, с вами Бивер и Настольные игры. И пока супергерои Марвела ведут войну бесконечности против Таноса, новые супергерои спешат на защиту всего человечества. Ну или хотя бы сперва пытаются взобраться на небоскреб. Мальчик-жирафчик, Нета Пингвин, Большой С и, конечно же, известный на всю округу супер-носорог. Однако в борьбе за первенство они могут с легкостью и обрушить этот небоскреб, тем более, что им под ногами все время мешаются шустрые паукозяны. Игра рассчитана на 2 до 4 игроков, возраст 5+, и давайте же посмотрим, кто первым сможет добраться до самой вершины небоскреба. А с вами канал Beaver Games, итак, поехали! Если вас заинтересовала игра, ее можно приобрести в одном из специализированных магазинов Hobby Games. В начале игры в центре размещается 3 планшета фундамента в один ряд, а рядом выкладываются 3 карты крыш. Каждый игрок выбирает себе супергероя и получает 3 карты крыш на руку. В свой ход игрок должен выставить соответствующие стены, на которые положить одну из карт крыш с руки. Сперва вы выбираете карту крыши, которая диктует, какие стены вам предстоит возвести. Желтые значки – это высокие стены, а зеленые – низкие. На фундамент можно выставлять любые стены, главное, чтобы они выставлялись на точки, изображенные на планшете. Карта крыши всегда опирается на одну или две только что выложенных стены. Однако стены могут находиться и на разных этажах здания. Главное, чтобы крыша всегда выкладывалась параллельно фундаменту и не опиралась на уже выложенную крышу. Если же на крыше есть символ паукозян, они атакуют, и вам предстоит подцепить одну из них на только что выставленную крышу. Если же в запасе жетонов не оказалось, снимите одну из тех, что находится в самом низу. После этого вы можете попробовать забраться вверх своим героем. Для этого вы бросаете специальный кубик и в зависимости от результата поднимаетесь на столько этажей. А вот если на кубике выпадает значение -1, то вам придется спуститься на один этаж. Если поднявшись или спустившись, на вашем этаже есть еще один герой, вам предстоит сражение с ним. Разыгрывая супер-битву, вы бросаете красный кубик как атакующий, а другой игрок синий как защитник. И тот, кто проигрывает схватки, должен спуститься на один этаж ниже. А если там тоже есть супергерой, то схватка повторяется. В конце вашего хода, если вам удалось забраться выше всех супергероев, вы получаете специальную медаль. Однако, если впоследствии вы спустились ниже другого игрока, то медаль переходит к нему. В конце вашего хода вы должны добрать карты крыши на руку до 3, либо в закрытую из колоды, либо в открытую из выложенных в центре, на место которой сразу же выкладывается новая. Игра завершается, когда игрок должен сделать ход, а крыш для постройки нет. Либо же нет возможности выставить ни одну крышу. Тогда победу одерживает игрок с медалью супергероя. Либо игрок свой ход частично или полностью обрушил небоскреб, тогда снова победа уходит владельцу медали. Если только это не он обрушил небоскреб, тогда победу одерживают все остальные игроки. Настольную игру «Супер-носорог небоскреб» нельзя назвать прямым продолжением первой части. Они по факту хоть и используют одинаковые механики, но по сути игры очень разнятся. Однако для разнообразия вы можете добавить элементы из первой коробки «Супер-носорог» вот в эту коробочку, в эту игру и также саму фигурку носорога, которая позволит вам играть не вчетвером, а впятером. А что же касается самой игры «Супер-носорог небоскреб», то это веселая детская игра на ловкость, благодаря довольно плотным картам крыш. Половина игры проходит вполне спокойно, и нужно быть уж чересчур каким-то неряшливым и неаккуратным, чтобы завалить небоскреб. Однако, когда он уже возведен наполовину, где-то 3-4 этажа, то каждый ваш шаг может привести к обрушению. Как по мне, в этой игре не хватает какого-то конфликта, который был в первой части, где вы могли заставить игрока пропустить ход, либо развернуть ход в другом направлении. Да, понятно, что в этой версии вы можете скинуть чужого супергероя с крыши. Однако это небольшой минус, учитывая то, что за один ход можно сразу подняться на 3 этажа. Да и полагаться, в принципе, на удачу в броске при битве тоже не самое верное решение. В общем, эта игра – это веселая игра на ловкость и умение строить небоскребы для супергероев. Ну, наконец-то мой диплом инженера по строительству хоть пригодится. В общем, на этом все. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на канал, будет много интересного. Любите настолки, играйте в настолки. С вами был Бивер, канал Бивер Геймс, игра Супер Носорог Небоскреб. Еще увидимся.